Отправиться в таинственный Марийский лес или научиться рисовать пастелью? Как провести выходные с пользой для души? Подробности в рубрике «Афиша». Отправиться в таинственный Марийский лес и познакомиться с его обитателями. Здесь вы встретите хозяина тайги бурого медведя, целое семейство кабанов, бобра-строителя, могучих орлов и беркутов. В гостях у тетушки Зайчихи называется программа для детей и их родителей, что работает в Национальном музее имени Евсеева. У нас есть мастер-класс, мы изготавливаем зайчика на пальчик. То есть эта кукла делалась уже в старину. И как раз эта программа рассчитана для детей 3 лет. Как раз если, например, родитель куда-нибудь уходит, оставляет ребенка одного, то он как раз эту куклу ему на пальчик надевает, и ребенок может зажать ее у себя крепко в ладошке. И если он чего-то боится или ему одиноко, он всегда может поделиться своими эмоциями с этой куклой. Или если, например, просто скучно ему стало, он может с ней поиграть. Специально для работающих родителей. Экскурсии в музее проходят по субботам в 12 и 14 часов. Работы, выполненные в технике масляной пастели, в портретном и анималистическом жанрах. Здесь и цветок обладает уникальной красотой, и животные словно живые. А глаза, как отражение вселенной, передающие неповторимый внутренний мир каждого. Все это можно увидеть на персональной выставке Натальи Елькина-Гросс «Отражение вселенной». Мысли, мечты, да, потихонечку складывались. Сегодня у меня вот это настроение, я задумала целую группу работ. А на следующий день или через неделю у меня другое настроение, что-то интересное, да? А давай-ка я вот это сделаю, еще добавлю. То есть это такой немножко хаос, говорят, хаос, высший порядок. Поэтому так потихоньку из этой мысли капелька осталась, из этой, да, мысли, из этой мысли. И получилась вот такая вот, ну, по-русски говоря, борщ. Выставка проходит в Республиканском музее изобразительных искусств. А 12 февраля здесь же состоится встреча с автором, где пройдет показательный мастер-класс в технике масляной пастели. В Республиканском театре кукол премьера впервые на манеже. Чудо-концерт для самых маленьких зрителей. Актеры-клоуны покажут чудеса жонглирования и настоящей магии 9 февраля в 16 часов. Песни, пляски и фрагменты обрядовых действий различных этнических групп Мари и русские народные песни. 9 февраля на сцене Театра юного зрителя ансамбль народной песни «Эрэнер» представит свою концертную программу.